Привет, друзья, с вами Максим. В этом видео я подготовил для вас только лучшие инструменты сайта AliExpress, которые вы точно оцените. В конце, как всегда, будет конкурс, а если видео наберет 1000 лайков, то победителей будет 2. Поехали! Выпрямитель колесных арок. Позволяет править арки без их демонтажа. С помощью данного прибора вы не только минимизируете временные затраты, но и сможете легко контролировать положение передней амортизационной стойки или стакана относительно колесной арки. Пеногенератор для мойки. Предназначена для нанесения бесконтактных автошампуней и пенных растворов на различные поверхности автомобиля. Достаточно наполнить емкость пеногенератора моющим средством и подключить его к аппарату высокого давления, и можно приступать к работе. Магнитный захват – это устройство для фиксации, подъема и перемещения ферромагнитных грузов различной формы. Основной конструктивной особенностью данного типа захвата является то, что удержание поднимаемого груза происходит с помощью магнита. Аккумуляторная автомойка – это интересная портативная мойка, которой не нужен напор воды. С ее помощью можно легко и быстро отмыть грязную машину или поддерживать любое снаряжение в абсолютной чистоте. Автоматизированный крючковяз. Вставляете крючок, заправляете леску и нажимаете запуск. Колесо будет вращаться до момента, когда вы отпустите кнопку запуска и остановится в четко определенном месте, где есть прорезь. Блокираторы колеса авто. Они хоть и не являются панацеей от угона, однако обеспечивают комплексную защиту легкового и грузового транспортного средства от злоумышленников. Приспособление крепится на диск колеса, а в качестве фиксатора выступает замок. Газлифт. Работа механизма основана на простом его устройстве. При создании газовых лифтов используется специальная газовая пружина совместно с гидравлическим амортизатором. Как только дверца открывается буквально на 10 градусов, дальше обеспечивается автоматическое открывание до 90 градусов. Ручное приспособление для нанесения клея на плоские поверхности. Найдет широкое применение на любом мебельном производстве. Ширина большого ролика 146 мм, ширина маленького 75 мм. Емкость бачка 320 мл. Может использоваться с ПВХ-клеем, латексом, деревянным клеем и другими типами клея на жидкой основе. Подставка для телефона с проекционным экраном, которая устанавливается на панель приборов автомобиля. Включив навигатор в мобильном телефоне и положив его на подставку, можно видеть в проекционном экране отображение мобильной навигации, не наклоняя головы. Тонировочная пленка на окна. Основная задача пленки состоит в защите помещений здания от нагревания солнечными лучами, но при этом и в зимнее время она демонстрирует свою необходимость. Благодаря отражающим свойствам тонировка не только не пропускает свет, но и уменьшает расход тепла. Поворотный разводной ключ. Для серьезного ремонта потребуется набор гаечных ключей, но случается так, что инструмент необходимого размера попросту отсутствует. В такой ситуации настоящим спасителем становится всего один разводной ключ. Фонарик с пауэрбанком от Xiaomi. Для людей, привыкших к суровым тактическим фонарям, данный продукт покажется выходцем из мира гламура. Хотя надо отдать должное, фонарик действительно красив, неплохо светит и к тому же с функцией пауэрбанка. Аккумуляторы формата 2А со встроенной зарядкой от порта USB. Количество гаджетов, требующих батареек, неуклонно растет, поэтому использование аккумуляторов будет экономически оправданным выходом. С
Светонакопительная лента заряжается от солнечного света, фонарика и так далее. Вообще светящийся скотч – штука реально прикольная. Быть может, не очень полезная, но прикольная. Область его применения обширна. От обозначения чего-либо в квартире до нанесения, к примеру, на велосипед, чтобы в темноте был лучше виден сбоку. Самоклеющаяся магнитная лента. Это по сути тот же скотч, только с магнитным слоем, который удерживает металлические предметы. Небольшого отрезка материала достаточно для того, чтобы удержать предмет в несколько раз превосходящий его по массе. Кромочный рубанок для гипсокартона предназначен для срезания краев гипсокартонного листа под углами 22,5 и 45 градусов. Данная модель рубанка имеет возможность регулирования лезвия в зависимости от толщины листа гипсокартона. Набор термоусадочных трубок. Они предназначены для изолирования скруток проводов и кабеля. Имеются несколько разных цветов, каждый предназначен для кабеля определенного диаметра. Все, что вам нужно иметь, это сама термоусадка, а также зажигалка или строительный фен. Обжимные плоскогубцы. Если вы держите различных питомцев у себя на участке в клетках, то время от времени возникает необходимость в замене наиболее уязвимых частей конструкции клеток и вольеров. Это устройство быстро и надежно устраняет поломки. Двухсторонняя клейкая лента используется в основном при проведении различных ремонтных и монтажных работ. Основное применение – крепление напольных покрытий, стеновых панелей, легких вертикальных навесных устройств и тому подобное. Пистолет-отмычка. Вставьте конец пистолета-отмычки в замочное отверстие под последний нижний пин. Надавите на спусковой крючок несколько раз, одновременно прикладывая вращающее усилие. Конец отмычки в пистолете будет ударять по нижним пинам, заставляя их подпрыгивать. При повороте пины будут зафиксированы на месте примерно так же, как и в методе вскрытия гребенкой. Друзья, хотел напомнить вам про нашу группу ВКонтакте, в которой публикуются результаты проходящих на канале конкурсов. Также там много интересных товаров с AliExpress, которые, возможно, вам будут интересны. Ссылка на группу в описании. А теперь конкурс. Разыграем 200 рублей на счет телефона или WebMoney кошелька. Условия конкурса – поставить лайк, быть подписанным на канал и оставить любой адекватный комментарий. Результаты через неделю в группе ВК. Подробности и ссылки есть в описании. Также не забывайте ставить лайки и подписываться на канал. Всем удачи и пока!